Какая фишка в этом отеле есть, интересно. Бронируете бунгало, а потом дают вот здесь вот такие вот виллы. Прям натуральные. Очень натуральные. Такие вот горочки тут есть. Аттракционов, площадочка детских. Класс. Построили, да? Такое вот колесико. Вот, открытый бассейн здесь есть, теплый, подогреваем. Очень много чего есть интересного. Отельчик очень здесь здорово, очень классно. Прям вот есть чем заняться в барчике. Там, сям, здесь еще спа работает. Соответственно, все бесплатно, все включено. Да, здесь очень крутые детские аттракционы. В общем, поснимаем много всего, покажем, что там будет у нас. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip. Вот мы наконец добрались до отельчика. 9 часов утра. Из Москвы вылетали в 3. Устали, спать хотим. Не спали почти сутки. В сравнении с Москвой, конечно, очень круто, тепло. Градусов 15, наверное. В Москве серо, хмуро, непонятно что. А здесь классно. В этом отеле мы уже третий раз. В прошлом году также в январе прилетели. И нам так понравилось, что мы в феврале еще раз прилетели. На самом деле отельчик очень классный, зимний вариант. Здесь очень много всяких развлекалок, очень много чего вкусненького есть покушать. И вообще очень красивый зеленый отель. В общем, поснимаем много всего, покажем, что там будет у нас. А еще покажем, как мы гоняем на аттракционах. Аттракционы. Да, здесь очень крутые детские аттракционы. Да, и взрослые. Зимой тоже работают, да, это один из вариантов зимних отелей. Привет, аттракционы совсем популярны. В прошлом году мы жили вот в этих виллах, мы оплачивали стандарт номер, но давали вот такую виллу. Не знаю, как в этом году, посмотрим, как оно будет. Там двухэтажные виллы очень крутые. Единственный минус был, что там было прохладненько довольно-таки. Только день на третий все прогрелось, а так остальное все в плюсе. Там два этажа, вот, на каждом этаже балкон, очень просторно все. Вот, ну сейчас посмотрим, наверное, заселимся в стандарт общего корпуса. Сравнимо, если не понравится, то будем просить виллу опять. Единственный минус еще, когда дождливая погода, то не очень комфортно это все выходить, потому что ресторан в другом корпусе находится, надо одеваться, зонтики какие-то брать, под дождем топать. Да, по сравнению с Москвой, конечно, очень классно. Тепло, кажется, прям вообще классно. Сейчас еще днем солнышко прогреется, и будет вообще замечательная погода. Градусов 17-18 на солнце, я думаю, 20 будет. Шары. Елочка. Так, сейчас сразу посмотрим, что у нас есть на завтрак для голодавших иностранцев. Круассанчики, карты, бутербродики есть с сыром, вафли, овощи всякие по классике на завтрак, яйца. Не знаю, кто это ест по утрам. Я такое по утрам не ем. Всякие сыры, много видов сыров есть. Курага моя любимая. Омлетики. Вот, кстати, омлеты жарки из таких пакетов химических. Я бы не рекомендовал кушать, никогда их не ем. Стараюсь брать натуральную яичницу какую-нибудь вот такого вот плана. Это более полезно. Блинчики, колбаски, крышечки. В общем, много чего есть покушать.
на завтрак, голодным не останешься. Очень хороший выбор. Поэтому идем есть. Я вот себе взял яичничку, колбаски, сырок с кофейком, сэндвич такой вот. Ну и дитя у меня любит вот блинчики, оладушки, вот такие вот шоколадные пасты. Все, идем трапезничать, убираться, все. Устал я что-то с дороги. Ну как, Никит, кислый? Кислый. Натуральный? Че, Никитос, фреш натуральный? А? Фреш натуральный? Очень натуральный. Ну да, фрешик натуральный. Еще один стаканчик фрешика, чтобы зарядиться, да? Да. Витаминчиками. Сейчас зарядимся витаминчиками от сока, а потом пойдем витаминчиками на солнышко, да? Витамин D получай. Ого. Январское турецкое солнышко. Добрым утром, страна. Передайте всем от меня привет всем своим родным и близким. Понятно. Турецким доброе утро. Всем позитивчика. Пойдем заселяться. На витамин D. Витамин C, а потом D. Эй, кошацы. О, как же здесь шикарно пахнет. Какой ароматец стоит. В общем, мы идем заселяться. И нам не дали фэмили. И нам дали виллу. Шикарный балкончик со своим бассейном ледяным. Ну-ка пойдем второй этаж проверим. Гардеробная комната. Чё там, сынок? Джакузи? Да, попузи. Еще подсветка, да. И желашечка. Вот такая вот. А Полине где? Спальня. Где Полине? Холодильнички на первом и на втором этаже, да, есть? Да все, видите. И вот тут вот есть папчик. О, красота, да? Все, загорать сейчас будем. Никто, раздевайся. И покупаем все. Да, давай, в ледяной водичке. И... Раздевайся, Никитос. Будем солнечные ванны сейчас принимать, да? Такая фишка в этом отеле есть, интересно. Бронируйте бунгало, которые такие там попроще номера. А потом дают вот здесь вот такие вот виллы. Эти виллы стоят намного дороже, там чуть не в два раза. Но их всегда дают, но это зимой, когда там слабо заселено все. Ну, вот нам третий раз так уже дают. Вот, посмотрим, будем думать насчет главного корпуса. А так вот сейчас пока здесь заселились. Но здесь классные номера, просто суперские. Молочный шоколад? Да. Что там еще есть интересного? Ой, а вот тут совсем неинтересно. У нас наверху-то поинтереснее будет. Спрайт! Мой любимый! Спрайт! А, ну да, спрайт. Давай еще раз посмотрим, а то что-то мы так быстренько пробежались. Здесь у нас такая вот душевая. Туалет. Да, вот здесь такой дождь есть. На первом и на втором этаже есть все. Вот из-под этой щелки, я помню, дуло. Ну-ка. Блин, какой же классный вид с балконов. Ого. С первого, со второго этажа. Не нырять. Конечно, не нырять, ты замерзнешь сразу. Ну смотри, у нас тут есть такой выход. Добро пожаловать. На улицу. На улицу. На наше ранчо. Только смотри, не нырни давай. Включай бассейнчик. Бассейнчик. О, водичка, лед. Я думаю, эта вода была актуальна только 31 числа. В Новый год. Для особых граждан Российской Федерации. Да, можно сразу вот так сюда выйти на дорожку. Давай. Вероничо. И Вилабаджо. Да, в номере есть чайничек, кружечки, чай, кофе.
Все, Катя, ты рада? Да. Я тоже тут рад. Вот здесь еще один свих. Халатики. В этом году они продумали. Зонтики сразу номер повесить. Раньше в том году надо было идти на ресепшн брать. А что у нас тут? Расчесочки, пилочка, шапочки, палочки. Мочалочки даже есть тут. В общем, все по красоте. А шепотом, потому что дети спят уже. Сутки не спим уже. Пойду покемарю чуть-чуть, наберу сил. Скоро увидимся, пойду посплю и будем дальше снимать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сейф просто гигантский. On to the visual, I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Что ты себе делаешь? Бургер? Да. Ну-ка, у тебя там сочная, мощная котлетка. Такие вот бургеры крутые, да? Да. О, красота. Проспали мы обед. Здесь есть вот такие вот бургеры. Крутые. И каштаны есть. Жареные. В общем, будем сейчас все бургер делать. Сочный, мощный. Как у Тимати. Вот такой вот у нас крутой бургер получился. Сейчас его с айранчиком. И вот под такую солнечную погодку. Вообще класс. Голодный папа на самом деле ест уже второй бургер такой. Все уж гулять пошли. А папа решил второй бургер себе съесть. Блин, какие же они крутые бургеры делают. Очень вкусные натуральные котлетки. Вообще супер. Чем не класс, а? Новый год, январь. В Москве холод собачий. Непонятно, что идет. То ли снег, то ли не снег. Дождь, не дождь. А здесь погодка вот шикарная. Градусов 22 сейчас тени показывает. Вот так вот сейчас, наверное, по ощущениям градусов 25. На солнышке, наверное, все и 30. Сижу в майке, очень тепло. Вон народ в шортах, шлепках ходит. Вот, я думаю, сейчас освоимся и тоже шлепки с шортами оденем. Очень класс. На самом деле, в том году первый раз вот так вот в Турцию выбрались зимой. Решили попробовать, что это такое. Обычно это дом отдыха подмосковный, там дачи, какие-то московские дела. А вот вы решили выехать попробовать в Турцию, и нам очень понравилось. А в этом отеле нам так понравилось, что мы через месяц, в феврале, еще раз сюда приехали. Первый раз в январе были, потом в феврале. И вот сейчас еще раз сюда вернулись в этом году. Не все отели зимой в Турции работают по зимнему режиму, то есть здесь что-то работает, что-то не работает, какая-то часть. Но этот отель предназначен для зимнего отдыха. Вот здесь вот есть вот такие всякие бургеры, шмургеры. Вот открытый бассейн здесь есть, теплый, подогреваем. Очень много чего есть интересного. Вот все сниму, расскажу. Так вот, конечно, здесь очень здорово отдыхается, поэтому зимний отдых в Турции тоже существует, и он хорош. Вот такие вот горочки тут есть. А вон там аттракционы, площадочка детских. Естественно, горочки зимой не работают. Вот, но аттракционы детские работают. Сейчас пойдем посмотрим, как там. Привет! Деньги тот у нас. Здравствуйте. Никитос, привет! Что там, лабиринт? Класс, построили, да? Вот такое вот колесико обозрения. В том году работала, в этом не работает. Там место на Батумчике, да, Лиза. Привет. Там место, а если... В том году не было вот этой вот площадочки, лабиринта этого. Он стоял разобранный в другом месте. В этом году его здесь собрали. Привет! Привет! Он Фосик! Ну-ка, Никитос, покажи нам класс. Что там у тебя, батут? Come on.
Пока. Ну все, пока. Все, пока, пока. Двери закрываются. Спасибо. Спасибо, very much. Никит, ты что, на работу будешь устраивать? Детский клуб. Смотри, зимой прям это пляжный волейбол голышом. Вот это погодка. Смотри на море, какая там красота. Вообще класс, да? Смотри на море. Ты думаешь, да, что вот зимой может быть комфортно? Да. Вот в Италии сейчас, а в Праге сейчас ноль. Как же круто, а? Зимой, в январе, после Нового года. Хоть купаться лезь. Осталось. Все так же? Ничего новенького. Пойдем на море посмотрим. Киток, ноги не промочи. Как в том году. Ой, ну что, идем купаться? О, водичка теплая. Все, я пошел. Ну и что лучше, серая московская зима без снега? Или вот такое вот солнышко январское турецкое? О, класс! Было потеплее, я прям занырнул. Марчик работает на пляжике. Как здорово зимой в Турции греть попку на пляже. Тепленько, хорошенько, ладно. Сейчас посмотрим, сколько градусов. Вот это погодка, прям жара. О, вода в бассейне 26 градусов. Смотри, а воздух 20 градусов. 20 градусов ос. Ос? Ос. Я люблю океан. Ой, как вкусно пахнет, да, сынок? А прям благоухает все. Пойдем кофеек попьем вкусный. Здесь очень вкусный кофе. Шикарная музыка для поглощения сладкого. Чтобы усваивалось хорошо. Вообще сладко. Ой, я угадал, это мелодия Санта Лучи. Санта Лучия. Мороженка. Пироженка. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут вкусненького. Сколько сладостей. Этот бар работает целый день со сладким. С утра до вечера можно есть без остановки. Так вот, я себе взял кофейком сейчас. Санта Лучи. И тут что, кружки взял? Да. Шарики взял? Я Санта. Сделаю, чтоб люди не обижали бедного музыканта. Санта Лучи. Санта Лучия, он парень неплохой. Санта Лучия, Санта Лучия, стану его родной.
Бинго! Летом тут, наверное, народу просто тьма тьмущая. Отель летом, кстати, этот дорогой. А сейчас нормально, цены приемлемы зимой. Сейчас солнышко скоро закатится. И денек будет закончен. Что, ну, полдня мы проспали, полдня провели здесь в отеле. Но на самом деле эмоций куча, очень классно, очень классное ощущение. Вроде все обычно, все просто, отельчик в Турции. Но, видимо, на контрасте московской серой погоды, бесснежной, все это очень хорошо прям ощущается. И на этом контрасте очень прям все круто, эмоционально получается. Поэтому, блин, Турция зимой — это дело вообще очень здорово. Вот этот отель на семью из 4 человек нам получился где-то там 90 тысяч в этом году. В прошлом году это было порядка 80 тысяч, немножко цены выросли. Вот, в принципе, приемлемо. Если семья, соответственно, меньше, будет подешевле. А вот, поэтому я всем рекомендую этот отельчик. Очень здесь здорово, очень классно. Прям вот есть чем заняться, барчики на пляже, мини-гольф. Там, сям, здесь еще спа работает. Соответственно, все бесплатно, все включено. Стоимость, поэтому класс. Как я могу за чужие? Закат! Потрясающий вид, просто супер вообще. Очень красиво, такой закат. В общем, класс. Всегда можно найти чем заняться. Очень здорово провести время в отеле и за территории. Все, конечно, было очень круто. Блин, классные каникулы получились. Отельчик супер. Вот. Кому понравилось, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях какие-нибудь вопросы свои. Вот, постараюсь ответить. Вот, может быть, что-то интересное, кому-то что-то нужно. Все, всем удачи и пока. That we could be so close, like bright.